Вітаю, вас, шановні в ефірі. Меморандум латинською Те, що варто пам'ятати, сьогодні я спеціально одягнув веселого і радісного кольору чорну кроватку, і чорну чорний жилет, тому що ми будемо говорити в принципі на веселі і радісні теми про апокаліпсис. Ну, звісно, навколо нас бушує коронавірус. Карантин, ще й там якась світова економічна криза, начебто намічається черги е, в супермаркетах. Хоча я особисто, коли вчора вже ввечері в соцмережах почали писати про шалені якісь черги в супермаркетах, пішов у себе на районі в супермаркет, ніякої черги не побачив. Сьогодні теж писали про те саме. У мене закінчилася запальничка, пішов через дорогу від офісу в супермаркет. Теж в жодних черг, але все всі чомусь пишуть про паніку. Ну сьогодні, щоб якось протидіяти цій паніці і зрозуміти. Що власне відбувається у світі? Ми будемо говорити про таку чарівну, радісну і життєстверджуючу тему, як апокаліпсис. І е, до студії я запросив людину, яка як ніхто на цій темі розуміється, тому що він сам власне є сам автором декількох апокаліпсисів. Ну у книжках автор, на яких він є, і е, з деякими сюжетами ця людина вгадала як ніхто. Приємно бачити в студії письменника, блогера бізнесмена Яна Валєтова. Привіт, Ян. Привіт. Ну от слухай, коли почалася ця історія з коронавірусом, а у тебе минулого року вийшов у тебе, так? Ні, це два Поза минулого, найкращий вік для смерті, от ти вгадав з, ну... з сюжетом. Там у тебе вірус втік з-під контролю людей. В зовнішній світ відбуло, відбувся власне апокаліпсис, там крот якийсь заповз у лабораторію. Ні, ні, он, он замкнул э, в момент срабатывания клапана. он просто попал на два и э, их замкнул. І да. клапан сработал не в одну, а в другую сторону. Там, причому там була масса запобіжників у тебе. Ну все якось так співпало. Я до чого? Пишуть же, що коронавірус це не просто так, що там в цьому ухані була якась секретна лабораторія Сороса. Вони там кусали кажанів. Чи их а почему Сороса лаборатория? А я не знаю. Ну, я, у я, китайцев. Я читал такую Это был какой-то китайский Сорос. А Нет, да, у нас во всем сейчас звенят Сороса. Да, Это просто да, демоническая да. фигура. Я, кстати, начинал свою коммерческую работу в э, компании, которая была связана с фондом Сороса. В Центр культурной инициативы угу. Днепропетровский был э, как бы филиалом московского фонда Сороса. Ужасно просто было. Да. Слушай, ну тебе как этот сюжет? Вот когда я... люди... В Чэне работают над каким-то супер-супер вирусной зброєю, и тут заползает крот, и все это в узбонечный свет. Я не Нет, не исключаю. Более того, я полагаю, что, но я вижу э, некоторые признаки, как бы искусственности э, в этой ситуации. Дело в том, что сегодня, например, вытащили очень любопытную статью. У нас же сейчас мир открыт и все оцифровано. Mm -hmm. Очень любопытную статью прочел э, на Science 3D о том, что э, шли исследования э, в Китае в свое время э, над вирусом, который вызывает воспаление легких у кожанов. Угу. И, и этот вирус проверяли, на, как бы, э, его, его, проверяли его воздействие на людей, не может ли это передаться, а если передастся, то каким образом. То есть исследования э, легочного такого вируса были. Yeah. Ну, то есть имеем все э, косвенные как бы факты, которые указывают на то, что в принципе могли ложенуться, на самом деле. <связь> Слушай, не первый случай, в Советском Союзе были случаи, если ты знаешь, на сибирских э, mm -hmm. фабриках, там по, по сибирской язве была у нас, там по где-то под Челябинском, что-то, все это уже было, на самом деле, не раз вырывалось, не раз загоняли обратно, вот показательный, Вариант, когда в 68-м году из Индии вернулся художник известный, который был на фестивале да, в Индии, да, 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 да. и привез он черную оспу. И за счет того, что государство Советский Союз Совет был государством тоталитарным, мощным, как Китай да, вот нынешний, задавили, он приехал, он раздал подарки. Тут тоталитаризм имеет свои преимущества. Конечно. В, Китай, в, сейчас, в да, Китай сейчас э, локализовал и э, уменьшил свои как бы, потери человеческие. Сейчас эпидемии на них идет на нет, исключительно потому, что применялись совершенно недемократические методы. Слушай, а ты веришь в то, что людство рано или поздно гигнет от какого-то такого апокалипсиса? Нет, не верю. Дело в том, что вирус это тоже часть э, как бы внешнего, внешнего мира. Да? И нам нужно привыкнуть вообще, что мы живем в мире, где есть помимо нас много других жителей, в том числе вирусы, в том числе разного рода бактерии, которые, в общем-то, мутируют, которые тоже развиваются, э, которых можно подхватить неизвестно где. Вот там открыли, простите, там, ну, Смешное, да, возьмем. там Старую гробницу открыли. Угу. А там лежит вирус, который. а до потом... речи, да, проклятие фараони. Ну, это на самом деле чисто. Ну, там грибок, да, да, то другое было. Но мы говорим о чем? Мы говорим о том, что мы живем в мире, населенном другими организмами, в том числе и микроорганизмами. Э, у нас же был SARS, да, у нас был птичий грипп H1N1. Кстати, испанка это разновидность H1N1. Угу. Да. Э, а испанка унесла от 50 до 100 миллионов жизней. Никто не знает сколько, поскольку первая мировая, например, у нас шла гражданская... Ну, до, дороже как раз вот 100 лет назад... 100, 100, 100, 100 лет назад. Клин, у нас да. шла гражданская, мы не знаем, какие потери были от вируса. Да? Потом там говорили, что вроде бы переболевшие тифом этого вируса не боялись и не умерли от тифа. То есть на самом деле, ну, если мы возьмем историю нашей цивилизации, мы уже не раз сильненько вымирали под воздействием младших, младших братишек из мира микроорганизмов. У нас была э, черная чума, у нас была оспа. У нас были эпидемии холеры, которые вызывали многомиллионные жертвы. Да? То есть по идее мы уже должны ну, понимать, что мы живем вот в таком мире, с этим нужно мириться, нужно соблюдать правила гигиены, что в общем-то, наверное, там, когда мы говорим о спиде, то я думаю, что и спид был давно известен, не умели диагностировать. Я, например, не уверен, что сейчас у нас в Украине нет людей больным, больных этим ковидом. Ну, а почему, а как? Мы же не диагностируем, мы же не применяем тест. не, не тоталитарность у у нас. Дело есть. не в этом. У нас, скорее всего, мне сегодня давали статистику: 68 человек умерло от гриппа. Ведь а, от обычного гриппа, но от него смертность так низенькая, 0,2, по-моему, процента. Но все равно она же есть, да? А когда болеют гриппом там несколько миллионов человек, представляешь себе, какие потери, да? А вакцинироваться у нас от гриппа почему-то народ считает, что он... я буду не вакцинированный, я буду отважный. Китай э, применил несколько интересных таких вот методов. Ну, один из них, как я понимаю, это метод э, запрета, например, на продажу парацетамольных препаратов. Поясно, будь ласка. Объясняю. Э, все жаропонижающие средства запрещены к продаже. Чтобы ага. не сбывать симптомы. Конечно. Моментально ты засветился на термометре и попал под скрининг. А так ты принял парацетамольчик дома, вспотел, вытер лобик, сел в метро, два раза чихнул, один раз кашлянул, вокруг тебя 40 штук поехало уже кашлять дальше, понимаешь, да? А так тебя засекли на входе, что ты с повышенной температуркой. говорят, иди сюда. И ты не 40 человек, может, одного-двух успел по дороге пока шел. То есть, э, ну у нас сделай такое, и что будет? Ой, еще починается. Протесты, акции, митинги. Конечно. Один до одного знову ж таки. Конечно. Конечно. У нас же, вот смотри, там в Китае, ну, я не думаю, что там народ в целом более образован, чем наш. Но насколько я помню, там новые санжары не возникли. Теж, не По одной не простой понимаю, причине, это потому что если бы они возникли, они сразу же бы сгорели. Мгновенно, тут же. Реакция была бы очень жесткой. И э, я сегодня говорил со своими друзьями, они живут в Тоскане, э, в Италии. Mm -hmm. Чтобы вы понимали, в Италии, при всей том, что две недели было удивительного разильдяйства. ну, до начала карантина делается заявление, что будет карантин, и весь север едет отдыхать на юг. Везет туда свой вирус, да, но они говорят, что сейчас фактически военное положение. У них запрет на перемещение между городами, э, покупать mm -hmm. продукты mm -hmm. в ближайшем супере, mm -hmm. в ближайшем супере. Значит, работа дистанционка. Не работают рестораны, не работают кафе. Вот, вот сейчас говорил с дочерью во Вроцлаве, та же самая история. Закрыты все кафе, закрыты бары, закрыты рестораны. Но оставили. Донька в Дании и та же самая история, та же карантин. Господа, мы как бы должны понимать, что нам дальше с этим жить. Возможно, этот вирус придет в следующем году. То есть мы должны приспособиться. Он вроде бы РНК-вирус, то есть вакцины против него вряд ли будет. То -то так и будет? Додатковый? Ну, это как Ну, нет, смотри, он будет постепенно. Дело в том, что он же не смертельный. И поскольку он будет ну, да, жить там. в человеческой среде, даже если он не будет вызывать э, как бы привыкание, то есть иммунитет не будет возникать просто как ты переболел, он будет более слабый. Он будет ослабевать. То есть вирус будет привыкать к нам, мы будем привыкать к вирусу, мы поймем, да, у нас будут потери. Но ну, они будут... Я, я, я думаю, что с тем же СНИДом мы уже привыкли просто жить. Ну спит, смотри. У него ну, страш... Я же понимаю, что это разное, но я про ставление вот. до… Испанка не была бы так страшна, если бы ее еще не разносили блохи. А блохи в окопах, как ты понимаешь, mm -hmm. это обычное дело. Потом люди, вышедшие из окопов, поехали домой и привезли вирус домой. Так. То есть были разные пути распространения. Сейчас у нас идет речь только о воздушно-капельном пути. Ну, властно, как, как обычный гриб. Або Обычный гриб, да, но это не испанка. Хотя, опять же, что мы знаем об испанке, если мы только недавно выделили его из какого-то там замороженного трупа, да? У нас же не было штамма испанки, это даже на тот момент его никто не сохранил. То есть мы совершенно не знаем о природе того, что, что представляет из себя вот этот вирус. Видим, ну вот такой он, его сфотографировали, с ним работают, на нем испытывают все противовирусные препараты, которые есть на самом деле. Но Помнишь, как мы шутим по поводу гриппа? Лечи, лечишься 7 дней, не лечишься 7 дней. опасное осложнения. Этот вирус вызывает, как я понимаю, или некроз, или фиброз тканей mm -hmm. альвеол, легочной ткани, которая ответственна за поглощение кислорода. Такие пузырьки, через которые идет обмен кислородом. То есть человек задыхается. Легкие заполняются жидкостью, и ты благополучно отправляешься на тот свет. Не самая лучшая смерть, кстати. Да. Ну, мы, мы имеем дело с тем, чего не нужно бояться, а просто нужно организоваться. Потому что бояться бесполезно. То есть, если ты боишься, это как в моем любимом анекдоте про водителя автобуса. Знаешь, да? Когда который умер как настоящий мужчина, пьяный, да, веселый, с шашлыком в руке, а не так, как жалкие, обделавшиеся 40 пассажиров его автобуса. Ну, юмор черный. Но, ребята, уже. Это уже здесь. Будет это здесь через две недели, или будет через неделю, или через три недели, не играет роли. 109 стран на настоящий момент. Ты уже запасы гречки заработал? Нет. Как так? Ну, Речка не лечит. Ну, не лечит она. Але мы все захворели. Ну, не все. Какая-то часть из нас Я при наибольшем сценарии. Зупиниться карантин, не знаю. Можливо, якісь патрулі, всі в масках ходити один з одним, просто спілкуватись, буде страшно дихати в якусь сторону. Теж не знаєш, куди ти надихаєш, хто на тебе надихає. Треба сидіти вдома, їсти гречку, де її брати, якщо в супермаркет ходити не можна господа. Желательно було би. Не знаю, как это, должно, это правительство должно сделать. Обеспечить маски с э, фильтрами, угу. ну, угольные фильтры, химфильтры не играют роли. Э, это в принципе закрывает. Марлевая маска малоэффективна. В любом случае, если она даже эффективна, то ее использовать можно только один раз. У нас сейчас такая спекуляция этими масками, что просто можно. Ну, власне, прокипятить можно. Вин помирает ведь этого. Ну, если ну, уже а инш... прокипятить, прокипятить да. ну любой РНК да. или ДНК да. развалится, если ты его в кипяток. Вопросов нет. Да, можно прокипятить маску. Нет, нет, нет проблемы, да. Но в принципе маска она малоэффективна, если она не оснащена специальным угу, фильтром. Угу, угу. Но в принципе, ну какую-то часть больной. Когда одевает ее, чтобы да. не было разлета мокроты, Це да, это говорит. эффективно. Но для вас, которые находятся снаружи, ну, это не сильно эффективно. Ну, ты, например, затримываешься. Мы, мыть, мыть, мыть руки, находиться на свежем воздухе, избегать скопления людей. Послушайте еще раз, не первая эпидемия, которая переживает человечество, да, пандемия, не первая пандемия. Рекомендуете кожни 15 хвилы э, пить воду, бажано теплую, потому что, если сейчас есть, то оно смывается в шлунок не и не препятствует влажению. Да, нет. не успевает внедриться и растворяется в желудочном соке. Еще бы, еще бы сказал, что, наверное, ну, смешно, да, витаминка С, там, лимон, лимонная угу. кислота, которая тоже этому свой, ну, способствует, да, э, наверное, тоже будет, но ну, ну, это не будет эффективно. Это мы с тобой рассуждаем о том, как классно лечить головную боль, если к заднице приложить капустный лист. Да? То есть, если, еще если, можем. Да, да, в этой ситуации нет... Э, знаешь, опять как в анекдоте, да, могу ли я пойти, когда еврей спрашивает, могу ли я пойти в церковь, и отвечает, ну, в случае, это тебе не повредит. Да. Вот можно спокойненько пользоваться любыми методами разумными, то есть не надо пить водку, это не помогает. Ты слышал, да, в Иране люди погибли от водки, отравились, да, это не помогает. Не помогает, а многие другие вещи, о которых рассказывают. Но гигиена... Она всегда эффективна. Помой руки, не трогай себя за лицо. Вышел, пришел из дому, помыл. Я, я сегодня заехал, купил там, пачку дезинфицирующих да, салфеток. Да, дезинфек... Взять то, что можно побрызгать на руки. Ну, опять-таки, не идите в кино, не идите в ресторан. Не идите в большие скопления людей. Читайте Яна Валетова. Ну, можно читать Яна Валетова. Дело в том, что книжка-то моя, не, она, в общем-то, не столько о вирусе, столько о том, что вот надо я, оставаться, я оставаться человеком, поговорить. да, когда он приходит. Вот это страшно, потеря человеческого лица. Вот, дивись, э, власне, жоден из апокалипсисов еще людство не сгубил. Ну, как динозаврам в этом смысле пощастило меньше. Вот. Э, у тебя в книжках тоже людство не гинет. Там відбуваються якісь апокаліптичні речі, але хтось залишається в живих, от як діти до 18 років все одно uh -huh. залишаються. і у них там є. Ну, не будемо спойлерити сюжет, вихід є у велике uh -huh. майбутнє і подавати цей вірус. Очевидно, що коронавірус або, або будь що людство. Теж не згубить. Але давай поговоримо про те, що відбувається у нас от, тут і сьогодні, і можливо не лише у нас, а у всьому світі. От я вчора написав, і коли тебе запрошував, дав, у мене таке враження, що один з сюжетів апокаліптичних вже відбувся. Я свого часу мені не звертав уваги на ці фільми, а потім полюбив цей жанр про зомбі. От мені ці всі речі якось прийшли до того. Зайшли, от. Я так думав, що, а зомбі-апокаліпсис то вже відбувся. Ну, не так яскраво, як у фільмах це малюють, але зомбі-це що? Це людина, у якої відключений мозок. Все інше вона рухається, вона жерти любить, причому інших людей. І якщо так подумати, стадами ходять зазвичай. У нас же ж, мозок то у значної частини не, не з вини цих людей, а тому, що іде навантаження в першу чергу через засоби масової інформації, звісно, іде таке навантаження на мозок, скільки лайна виливається, що мозок відключається і починаються голосування за серіальних президентів, за якісь речі, маячня про як гарно було при Радянському Союзі, і все, 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 -все, -все таке інше. От. И, до речі, до коронавируса, якого бояться, мне сдается Я б краем уха послушал разговоры в тех же супермаркетах там на районе, на uh -huh. зупинках, елки, палки, а кумычие люди несут. Большой недостаток, простите, системного образования. Нам всегда говорили, что в Советском Союзе хорошее образование. Uh -huh. Я тоже. Оно хорошее, но как опять-таки говорит мой знакомый врач невролог, очень хорошая фраза, мне очень нравится. Для того, чтобы потерять конъективные способности, их для начала надо иметь. Э, Влад, э, ну, уровень эрудиции человека он во многом определяет э, навыки его социального общения и поведения mm -hmm. в обществе. Да? То, что мы сейчас имеем в обществе, да, вот это суспильно наше такое, э, ну, меня пугает. Меня пугает тем, что на самом деле люди не, не берут себе за труд, но даже имея да, в руках телефон, каждый из нас, имеющий сейчас в руках телефон, имеет доступ к информации. Спроси, тебе ответят. На Википедию хотя бы зайди. Ну Вики это, знаешь, это в принципе такой костыль, но в принципе Ну это да. я про ту церковь, да, Гирша от того не буду. Да, ну вот смотри, э, вот где это в Виннице, или где это прошел ход крестный, Ой, в Черневцах блокували. Ці... Не, не, нет. Ты я говорю о крестном вы... ходе. Мы сейчас Санжар в Виннице. По да, да. Не буду врать, не хочу обижать Венечан. Чуть. 7 тысяч человек провели потрясающее противоэпидемиологическое мероприятие. Они собрались вместе и прошлись крестным ходом в молитве против коронавируса. Мощно. Мощно. но в принципе, премию Дарвина можно выдавать. Ау. Один да. больной в этой толпе. И, и на бэско-коронавируса. Не обязательно. чем за угодно? Вчера, сегодня читаю, но на, на, в Петербурге люди собрались целовать мощи. Иоанна, когда ты в общем, кого-то, Целовать мощи. Еще раз. Обмен жидкостями, да? Эволюцию, естественный отбор никто не отменял. К сожалению, да, вернусь к новым санжарам, которые меня, ну, в общем-то, честно говоря, поразили. Потом я понял, чему я должен поражаться. Я об этом писал не один раз, да, да два раза писал. <говорит>, так. Но э, люди проявили себя как люди. Они страшно. Они не знают, что им делать. Что они делают, когда не знают, что делать? Они проявляют агрессию. Войну. Да. И вот если не дай бог к нам сюда это придет и государство не сможет Управлять процессом, как оно сейчас начало управлять в Италии, как управляется оно сейчас положим в Германии, как оно управляется в европейских странах. Потому что по Америке я пока ничего сказать не могу. Там вроде бы Трамп все объявил, но э, изнутри пишут, что они не готовы тоже к э, удару этому. То есть есть реакция, но нет еще основы под эту реакцию. А те же итальянцы, разгильдяи, еще раз, у которых там зомби-апокалипсис mm. развивается. Такие, целуются на кожном укроте. Но ну, это и, тоже. И обнимаются. Очень... Это тоже. И более у них есть хэштег ⁇ Я сижу дома ⁇ Когда он выходит на улицу, где-нибудь в людном месте, где раньше было, становится, mm. и делает селфи. ⁇ Я сижу дома ⁇ называется. Mm. Понятно, да? То есть такое неповиновение. Ну, кто-то же должен вымерить. Прежде всего, вы, добрый. Да, я дело не в этом. Я, э, я люблю людей на самом деле в их лучших проявлениях. Но если человек ползет на кладбище, что с ним не делай? Вот он идет и участвует в крестном ходе, в числе 7 тысяч человек, идет молиться против коронавируса. Я ему могу вставить мозги? Не могу. Что я могу? Я могу посочувствовать пинделя ему и ему родни. Дать. Нельзя. Это государство должно давать пенделя, а не я. Понимаешь, да? Это как сегодняшняя история, мы уже обсуждали с тобой, Севоха. Можно поддерживать его или не поддерживать, но те, кто пытался таким образом на него воздействовать, должны были получить пенделей. Если государство говорит, ребята, нельзя собираться, значит, нужно следить за тем, чтобы не. его приказы выполнялись. И, честно говоря, я думаю, что не очень демократическими методами. Потому что ну, мы хотим выжить или мы не хотим? Не, в демократическом суспільстве держава, лишь и лишь держава, мое право на насильство. Да? Да? А слухай, якщо згадати ту ж твою кращий вік для смерті, там виникає кілька колоній, які вижили після цього апокаліпсису. І лише в одній колонії люди не стають звірями. Хоча там теж у них свої складнощі є. Боротьба за лідерство, все такі інші. Всі інші йдуть, ну, деградують реально. Теорія сильної руки. Лідера, який да? зумів зберігати, зумів оградити и сумел сохранить, но у них и ресурсов было, военная база, понимаете, да? Гречку они все же таки сбирали, но уже после того. Да, да, то есть, ну да, я считаю, что от лидера очень много зависит, от лидера в такой ситуации, от правильных решений. А ведь люди, Люди в такой ситуации преречены на деградацию? Mm. Ну вот, ну это не будет, да? А я, да, я, да, я думаю, что да, потому что обладает, как бы, э, 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 путается украинский и русский, бессознательное mm -hmm. преобладает бессознательное, понимаешь? И э, в людях это есть. Ну, ты видел э, видео из Новых Санжар? Мне начали рассказывать про московских агентов, что туда завезли. Обычные тетки с кирпичами в руках. Вот эти я рассказы, да, что это, это, это быть. чуть ли не рука Москвы, меня тошнит уже от этого, понимаешь, когда я это слышу. Все, что делается плохое, это рука Москвы. Да нет, это наши с вами соотечественники. Посмотрите, это же мы, это те, кто живет с нами каждый день, ездит в лифте. Понимаешь, это, это те же самые люди. Но ситуация поменялась. Еда и патроны. Был когда-то такой роман, любопытный. Да? Ну, кто не читал меня, может почитать там же еда и патроны. Что все меняется. Все меняется, меняются ценности, меняется поведение. Все. И люди в таких ситуациях э, единицы остаются людьми. Если везет, и такой человек, лидер, остается жив и объединяет вокруг себя более слабых, у них есть шанс выжить. Ну, опять, мы ударились с тобой в... Такі Да? у нас немає такої ситуації зараз. Безумовно. Але, розумієш, механізми то працюють одні ті ж самі. 100%. що тут ще там. Що коли всі вимруть, що коли вимре, ну, яка частина, Ми, звісно, нікому нічого такого не бажаємо, але ну, на реалії життя треба дивитися реальним чином. Ну, 2%, смерть, смерть, 2%, 2%, 2%, 2 будуть. від 100 мільйонів да, можна посчитати. А 2% від 3,5 мільярдів теж можна посчитати. Да, ударит по возрастным людям, по людям с э, заболеваниями определенного рода, связанными с легкими, диабет, э, легочные заболевания, хронические заболевания. Многие, я думаю, что сердечная коронарка тоже играет, роль. Все, да, играет роль возраст, играет роль иммунитет, но в принципе никто не застрахован. Ну, у женок смертность ниже, потому что женки меньше курят. Да. Дети взагалі, там... Добив... Кто-то там сегодня за хотел покупать, да? Понимаешь, да? Мы сами себе выстилаем дорожку, каждый, каждый свою. Кто-то на крестный ход, кто-то покурить. В общем-то я тебе хочу сказать: револьверчик там, револьверчик здесь, разница не сильно велика. Но еще раз: мы должны понимать, что люди не в первый раз сталкиваются с таким вызовом. Мы все выживем. Гречка от этого не лечит. Спички покупать не надо. Соль тоже под кровать складывать не надо. Я подумал, тот, кто захвореет и помре, ему эти запасы уже не допоможут. Чем они могут допомогти тем, кто не захвореет, або захвореет и вылечится? Ничем, не это. Але может везде... тут экономическое питание. Коронавирус думаю... же ударил по экономике. Послушай, Существует... я тебе скажу, что возможно благодаря тому, что произошло, придет понимание некоторых вопросов и некоторые бизнес-связи. Международное разделение труда, оно поменяется. Да. Например, Apple сложил все яйца в одну корзину. Все его производство находится в Китае. Понимаешь, Нет. да, о чем я говорю? И перенести они пытались, две страны перенести, нереально, не хватает квалифицированных рабочих, нужны помещения специальные. Это я привел один пример, а таких примеров очень много. То есть я полагаю, что любой кризис, но это не я полагаю, это Лепор, это любой полагает, да? что э, любой кризис это и возможность. И я думаю, что вспышка, вот такая мощная э, вспышка страха, э, которая не безосновательна, еще раз. да, Мы же видим, что... Mm, Процесс... В... Про... Mm. Есть... Mm. И мы видим, что происходит в экономике, да? как накладывается это сразу же на экономику. Казалось бы, ну что такое там 3000 умерших? Для Китая. Нет, вообще что такое? Сколько у нас умирает от э, сердечных ударов? Сколько умирает от гипертонических ударов? Я, я, я читал всю статистику, там просто а, не рак, не рак и так далее. Да? Я не беру там другие хронические болезни. Сколько убивает диабет? Понимаешь, да? Это несопоставимые цифры. А Но. ДТП. Но мы сравниваем, как бы впихиваем невпихуемое, потому что вот у нас есть вирус, и вот он вызывает такую-то смертность. И мы понимаем, что выздоровших значительно больше, чем умерших, но умершие вот же они. Слушай, а в чем, на твой взгляд, э, потому что я, например, не понимаю, может, ты как письменник, который видит все эти вещи э, намного э, глубже, а почему такой страх саме от коронавируса? Ну, то, что мы говорим, что от гриппа э, гинуть и э, умирают больше, от э, чего від, від от э, э, кардио Захворювань умирают больше, Ні, мы все, боимся, мы все. И даже мы с тобой, сейчас говорим, не про обычный гриб, а я про говорю, мы говорим, а, ми мы... в том числе, да. No. А про феномен от коронавируса, мы. Ну, мы имеем дело с великолепной информационной атакой, да? Причем я читал статьи. Кто породжує на чью скорость? Ты сидишь передо мной, ]患? ты кто? Ты вирусолог. Я вирусолог, <laughs> перед тобой сижу. Нет, мы все, мы все очень часто говорим. Но у меня привычка. Я читаю 25-30 источников и на уровне, который позволяет моя эрудиция, делаю какие-то выводы. Поскольку я об этом писал, я об этом много читал, и э, как бы у меня есть какое-то начальное представление. Но я не вирусолог. Я могу сказать вам, мойте руки. Но я вам не буду прописывать противовирусный препарат. Да? Я могу вам дать общие советы, которые любой разумный человек, в общем-то, вот как чистить, Май, да, чистить зубы два раза в день. Это же не страшный такой совет. Но у вас не будет кариоса, но я не дантист. коронавируса коронавирусу да, допомагает, потому еще очищается. Естественно. Ребята, мы говорим о чем? Мы говорим о мощной информационной атаке, которая состоялась. Да? Что у нас любая собака из любой подворотни. Рассказывал о том, что такое коронавирус, как он страшно опасен. Люди верят, люди всему читают. Ну, вот у меня там родители, они пожилые люди, и в общем-то они привыкли еще в советское время. Все, что написано в газете, там, это правда. Да? Все, о чем говорят по телевидению, это правда. Но это не так. На телевидении, в интернете, в газетах работают разные люди. Кто-то, э, хороший журналист, который делает факт-чекинг какой-то, идет и советуется с вирусологом, внимательно записывает, чтобы не перепутать, да, и говорит: ребята, вот я беседовал с вирусологом, вот его мнение. А я, как журналист, вам скажу: что я вот сегодня три раза вымыл руки, да? два раза почистил зубы. И, и, и в общем-то, если я буду себя плохо чувствовать, я не буду прятаться, а пойду сдаваться в больницу. Потому что, не дай бог, вот такие-то симптомы, могут означать, что я могу заразить других людей. Ответственность. А у нас приходит, простите, какой-то ну, чудак на букву «М», садится за клавиатуру компьютера и пишет статью, от которой бабушки бегут сразу скупать спички. Понимаешь, да? То есть Л уровень… L Логика. Но ну, я же… И с этим бороться бесполезно. Мы же все, в общем-то, в каком-то плане информационные рабы. Якщо ти не обрабатываешь 10, 15, 20 істочників інформації, будь уверен, що тебе буде представление представлення ситуації. От я не певен, що з цим боротися немає не, не сенсу. Ну, то, тому власне я и роблю цю передачу або передачу на, на інші теми. Тому з... що якийсь контрпродукт цьому протиставляти просто не вимагає. Скільки у нас з того зрители, вот? о, зараз зрителів? Зараз обновлюся. Ну там, да, э э да, несколько пустинных е. Ага, очень хорошо. Мы оказали... Плюс в эфире. Да, говорится. да. Мы, отказали, Плюс... мы оказали сумасшедшее воздействие на ситуацию. Понимаешь, да? Чем? Я пришел к тебе поговорить, как со старым твоим другом, да? Кому это будет интересно, пусть нас послушает. Реально, я об этом пишу, я об этом говорю. Я те статьи, которые... Ты говоришь, считаешь... шеф, то есть говорит ну хорошо, у меня там 50 тысяч подписчиков в общей сложности, может чуть больше, да, как у хорошей газеты. Но опять-таки, я не вирусолог, да, то есть я стараюсь быть очень аккуратен. А до тебя прислухаются. До вирусолога не прислухаются, до валютого прислухаются. В не, не разе, факт. хотя бы те, кто на тебя прислушался. Слушайте, давайте Комаровского послушайте. У, слушай, удивительно трезвая. Я вчера специально вечером послушал, что он говорит. Он говорит, как просто хороший врач, имеющий представление о том какие меры должны приниматься он дает статистику и говорит о мерах он говорит ребята mm -hmm. вот 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 мы уже тут дальше что давайте побежим куда-то никуда вы не убежите вы нигде не спрячетесь. уже не срываешься да так что давайте с этим думать как с этим жить дальше вы же с гриппом живете живем корь мы вывели вывели хотя корь появилась Жду, да? Да. ветрянка все же это было. Кстати, от ветрянки умирают, имеют тяжелейшие последствия потом. В возрасте, кстати, тоже. Просто вирулентность другая. Там, э, тут же опасно что? Длинный инкубационный период. То есть человек сам не понимает, что он носитель идет и распространяет. Да? Потом наша идиотская привычка это омерзительная привычка. У тебя поднялась температура. На работу. Да. И ты идешь Героично. на работу. Героически. Ты, ну, идиот, простите меня, особенно если ты имеешь информацию ту, которую сейчас мы имеем, нельзя идти на работу, потому что ты убьешь кого-то другого, да? Не надо ехать своей бабушке в этот момент вести ей там что-нибудь необходимое, да? Бабушка без гречки просидит один день. Но если бабушка будет с коронавирусом, она и недели не протянет, понимаешь? То есть ты должен понимать какие-то вещи, не должен делать, потому что ты должен быть умным, грамотным, по крайней мере, разумным человеком, который не делает глупостей, да, я не говорю, что там мыслителем. об этом говорит Комаровский, можно морщиться, не морщиться, он совершенно прав. Я вчера там читал несколько статей очень очень любопытных, там исторические аналогии искали, да, не в первый раз. Ну. Переживем. Карантин, который в школах были и в детских садках, ну, в учебных садках, допоможем? Это mm -hmm. до тебя не как до вирусолога. Да, я, Тому, я, давай я давай объясню смысл любого карантина быть превентивным. Когда уже что-либо случается, карантин, он в общем-то, как бы тебе сказать, до того места, на котором мы с тобой сидим. А у нас еще не сталося. У нас уже есть... Аля-ля-ля-ля. А, вот, 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 а ты, а, ты да, уверен? Да, кордон между тем, что сталося и что не сталося. Польша. Четыре дня назад один случай. Сегодня 49 и одна смерть. Значит, их не 49. Всех не обстежишь максимальный скрининг. Я считаю, что везде, в общественных местах, вплоть до того, что на улицах должны быть люди в костюмах и с термометрами. Так. Понимаешь? То, что сделали сейчас, можно спорить, можно рассказывать, что это идиотизм. Ребята, карантин вводится до того, как случилось несчастье, а не после того, как. Один ребенок, пришедший в класс с коронавирусом, а мама, ну не знаю, там встретила вчера с подругой, которая была в Италии, две недели назад каталась на лыжах. Обнялась с ней поцеловалась. Они почирикали, она пришла домой. Но пришла мама домой. Пусть она там не работающая, положим. Поцеловала своего маленького сына перед сном. Угу. А утром сын пошел в школу в класс, где 40 человек. Правильно, карантин, Влад. почему это еще так. Да. Для школы. Для школы, для университета. Мама взяла всю ну на работу не будет мамой брать ее на работу, потому что, насколько я знаю, сейчас будут давать возможность одному из родителей находиться вместе с детьми. Декілька Но... Ну, наших с тобой знакомых уже написали, что они вымушены детей с собой сегодня повести на работу. Ну, могу тебе сказать, что это... А дехто из наших, знову знакомых, пишет, что они игровые для таких детей у себя в офисах делают, потому что... Вот, Потрясающе. Такие... Молодцы, ну, тогда молодцы. молодцы. тогда молодцы. Тогда, в принципе, молодцы. этот карантин вот до того самого места будет, да? Потому что карантин это изоляция. Нет, пожалуйста, протестируйте детей. И да. то вы протестировали, это не значит, что вы поймали. А если он полчаса как, понимаете, да, на следующий день виру не достачишься на всех тестов. Но в принципе это работает. Так, Школ любые скопления народа, кинотеатры, театры, рестораны, э, вот это метровое расстояние, э, официант, который не знает, что у него коронавирус, да, тот же самый чихнул и подошел к вам после этого. Он в локоть даже чихнул, попало что-то на полотенце. Никто не застрахован. Нельзя отделиться от людей. Но можно уменьшить риски. Так. Один из рисков это детские учреждения, где собираются дети, потом расходятся по семьям, а потом родители расходятся по работам, понимаешь, да? Это колоссальный риск именно вот в скоплении детей. Тем более, что они легче переносят эту инфекцию, и ты можешь у них даже ее не усечь но он будет распространять ее. Совершенно правильно. Карантин до, карантин после, это уже, ну, можно, в принципе, на кладбище карантин еще сделать. Это из той же серии будет, понимаешь, да? До того, введи превентивную меру. Возможно, тебе удастся сократить число заболевших. Учитесь у Китая, называется. Я как раз на этих твоих словах хотел запитати, а где тебе такие заходы сподобались наибольше? Ну, про Китай мы поговорили, но Китай там ну, судя по моему Я... сегодняшнему разговору с итальянцами, они опомнились, потому что там, он говорит, реально военное положение, без бумажки, что тебе нужно куда-то поехать, ты на улицу если выйдешь, карабинеры тебя просто как да. бы, и оштрафован еще будешь очень сильно, военное положение фактически. И, и, и как э, вильну любыви и разгильдяйсти италийцы. Ну, Такого, некоторые делают, я же рассказал, да. некоторые делают да, селфи. Ну, селфи да, ну. да, а вообще умные люди ведут себя так. Но он говорит, есть идиоты, которые там, он видел Фиат Добла, который волокся брюхом. По асфальту, потому что внутри лежала туалетная бумага, гречка, макароны. Если такие. Ребята, люди есть везде, ну, и поведение будет зависеть только от того, как реагирует на это государство. Потому что человек он везде человек. Мы не говорим, что украинцы хуже или лучше, чем все остальные. Мы точно такие, как все. Если вы считаете, что в Италии живут гении, это не так. Уровень образования приблизительно одинаковый, если человек специально этим не занимается. И более того, уровень образования ну, не делает человека неуязвимым против некоторых приемов, там, которые применяет там, или пресса. Да, или, ну, mm -hmm. То есть любой может попасть под это дело. И никто не знает, как он отреагирует в плохой ситуации. Слушай, а мы же не впервые уже встречаем <как> ситуацию, когда разгребают что-то в супермаркетах. Можно задать историю там, с приватбанком, когда национализация была, еще там какие-то вещи. Ну вот ты, Спокійно або я, або ще хтось ставиться до цієї ситуації, не нагрібаються гречку, сірники, ще що там ще потрібно. Ну але ну кожного дня чи через день все одно треба зайти щось купити. Да? Ти заходиш тут або черги, що стояти в них не приїжджав мімисябо, ніяких черг не було. Вот я просто хотел спросить. в я, я, я тоже вчера пеш, пеш, специально поделитесь, сегодня, э, за... але я ожидаю, что такое может быть. Слушай, ну будет. Но опять-таки, это будет иметь эпизодический характер. Запасов продуктов много. Ну, сделаем хорошую кассу э, супермаркетом на самом деле. Еще раз. Речка не лечит, соль не лечит. Вы потом будете всю жизнь это солью солить. И потом ей богато. Еще у меня гречки, еще соли. Да, всю, у нас, всю у нас, на, да, у нас наша няня, которая ну, много лет у нас в семье проработала, она когда-то под э, какие-то действия Юли, по-моему, не под свиной гриб, она накупила mm -hmm. сахара, mm -hmm. который тогда взлетал, и она его взяла там по цене. Э, по-моему, двойная даже от нынешней цены. Она в каждый раз, когда достает очередной пакет, вспоминает, говорит, что вот когда-то я очень хорошо запаслась сахаром по высокой цене. Понимаешь, да, о чем я говорю? Так оно всегда и случается. С другой стороны, если бы сейчас речь шла о какой-то реально серьезной эпидемии, не по ну, по смертности, да? То есть, если бы мы говорили о смертности там в 50%. Или ну, далее. я не знаю, я даже испанка. То, 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 испанка, да, ну, давала ну, очень большую, но там не было 50%. Да, вот, э, я бы тоже сказал, ребята, вы, наверное, сделаете какой-то запас продуктов, чтобы не выходить максимальное количество. Но вообще э, должны работать службы, которые привозят на дом. Это будет платно? до Да? Речь. да. Онлайн заказ, и люди не идут, и тебе привозят, или по телефону ты заказал, тебе привезли. Чувак в да скафандре. Да, в да. И это отдельно оплачивается, и люди бы, да, я думаю, с удовольствием бы платили. Заказал, ткнул, тебе привезли, и, наверное, это выход. Определенный. Вот, вот так нароживается бизнес идеи. Кто нас зараз слухая? Ну, у нас организуем. Гл вот гл -гл Глова и ракета, да? <laughs> Но ну, я думаю, Влад опять-таки, сколько нас там слушает? Можешь посмотреть. Ну, смешные цифры. На самом деле, еще раз, э, завтра выступит 100 из... У нас же еще страна и популистов. О -о -о. Будь уверен, эту ситуацию будут использовать. Ее будут использовать всеми возможными там, сторонами, поворачивать. В первую очередь достанется Влади, которая не сделала первую... Она действительно много чего не сделала. Слушай, э, что она сейчас не сделала? Первый раз за много лет э, Украина... Війде, по крайній мірі, себе спокійно. Ти пам'ятаєш ці істеричні кі, ми всі а, а От я здивований. Ти знаєш, тому що ситуація в Санжарі показала, що в Санжарах показала, що ми до цього не готові. Да? Оцей епізод ми його реально просрали якось. От, а потім. Вот этот снежный вал не пошел э, по нарастающей. Вот якость то на Санжарах все это и остановилось. Ты подожди. У нас сейчас в Виннице на обследовании второй пациент, угу. первый в Черновцах. В угу. да? Черновцах, да. И еще раз. Инфекция, ребята, она уже здесь. И от того, как э, с какой степенью организованности мы ее встретим, зависит количество погибших от нее на самом деле. Я понимаю, что хихикует, она там помогает пенсионному фонду. Это же ваши мамы, наши бабушки, дедушки, да? папы. Это возраст, да. После 60 риски растут, сильно растут. В моем возрасте вот сейчас 1,3% смертельных случаев. Это означает в 32 раза больше, чем от обычного гриппа. Ребята, спокойно, Нормально, организованно, еще раз: моем руки, зубы, ведем себя как цивилизованные люди, не швыряемся друг друга камнями, мы в стеклянном доме. От того, что мы начнем друг друга стрелять и отбирать друг у друга пачки соли, солью, здоровее никто не будет. В общем-то, пофиг, от чего умереть. от пули быстрее на самом деле. Вот, чем умирать, захлебывая собственной жидкости легочной. Да? Но, еще раз, мы должны понимать, что мы должны потребовать у государства. Чтобы оно повело себя как государство. Не только по обеспечению аппаратами по вентиляции легких, да, а плюс к этому это должны быть. И в Польше за два дня в Кракове построили временный госпиталь на, тысяч, mm. на тысячу мест. Отменили тендеры на закупки санитарных средств и средств для борьбы с коронавирусом. Отменили защиту, простите, исторических памятников на это время. Если надо занять дворец потоцких, они займут дворец потоцких, понимаешь, да? То есть все законодательные акты уже проведены. Они не просто включили карантин. Они продумали, что и как надо сделать. Вот этим должна заниматься власть. Я не имею претензий к нынешней власти. Ты уже там пнул по ходу Зеленского один раз. Да? У меня нет к ним особых претензий на самом деле. Я могу там любить, одобрять, не любить, не одобрять. Это не играет никакой роли. Мы на одной лодке, мы в одном доме, в одном корабле. Ну, давайте, давайте еще расскажем, кто из нас мудак. Ну, можем поспорить по этому поводу. Ну и дальше. Коронавирусу, цены, да поможем. Сто процентов. Организовано, спокойно, нормально, не швыряя друг друга кирпичами. Шанс выжить. У большего количества людей просто. И даже у тех, кто захворіє. Конечно. И э, у нас несколько минут остается. Дякую тебе за то, те, что дал поради и рассказал, что не все так страшно, хотя бы зубовно. Что мы с тобой 10 наших да. друзей услышали. Ты <laughs> <и оборудовании? laughs> <Добрый. laughs> да. а, же будешь писать продолжение. Да, mm. оно уже пишется, оно уже написано. Ну, да, а, ну, на треть. Спойлерити. Я не буду спойлерить ни сюжет первой книжки. Ой, слушай, кто хотел, тот уже прочел. Ну, Спойлерия да. на здоровье. Окей. Okay. Там ти даєш надію, ну не не, не просто надію. У тебе один з героїв виліковується від цього того вірусу, який запустив ти в книжці. Mm -hmm. От е, чи буде можливість подолання того, що там відбулося у тебе в книжці у другій частині? Ну чи всі одужують, чи чи як От, там ви що, що ти... там виникає друга проблема. Это проблема лидера, да, которая мы с тобой ага, говорим. Ты уже от від вирусу отходишь, да? Нет, 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 нет. Э, э, бегун, которого ты помнишь, mm -hmm. да, это главный антагонист. Да. Э, Які э, залишається єдиний да. в живых. Во второй книге говорит главному герою, книжнику. Он, Он говорит: да, ты можешь сделать людей бессмертными, но ты помнишь, да, что это? но ты не можешь сделать их хорошими. Про это будет, книжка. Книжка будет опять про выбор и выбор книжника. Э, очень суровый выбор, на самом деле. Э, сделаю еще один спойлер. Э, судя по тому, какой финал я придумал, эта книжка может быть не последней. Но это заказ немецкого издательства. Напрошуется экранизация. Есть же готовый сценарий. И ходят скауты. Uh, ну там были попытки русских скаутов, но я их несколько при при присек эти попытки, mm -hmm. вот, потому что, ну как бы мне бы не хотелось uh, сотрудничать в этой ситуации. Uh, с другой стороны, я тебе хочу сказать, что экранизация это дорогая штука сделать плохо mm -hmm. мне, мне бы не хотелось, да. да? Так... Книжка зрелищная, книжка интересная сделать И это. кинематографично. Сделать это в стиле, да, как это самое, как Аламазала мне не хочется. Ну честно, просто просто не хочется. А немцы попросили вторую часть. Я же mm -hmm. я же не собирался ее писать. Идея была, но ну, я знаешь как обычно придумал себе ну, идею. Да, и лежит это... она себе, как остаться в живых. Да? Там же есть вторая часть придуманная, mm -hmm. она лежит здесь, но она не написана. А буду писать продолжение. Я надеюсь, что может быть за этот год и, и справлюсь. Ну, mm -hmm. Вот такой будет. Надо же будет находиться в изоляции. Коли. <laughs> Слухай, час для творчості здається. <laughs> да, будемо чекати. Ну коли буде вже в публічному доступі, я думаю, варто буде обговорити ну, другу частину. А, Ну, вона буде ще не скоро. Так, ти да. сказав, вже написано, а пер, але коли буде Першу пер частину, будь ласка, вона продається. Правда, вона закрили з букву, вона ж книжний магазин закривається, але в Скорпіоні вона є. Знаєш, скорпіон, так, Скарпіон, помніш? Вона у мене є. У, я, я, є. у мене є кілька вже поличка твоїх книжок, і е, я страшенно пишаюсь тим, що, мені здається, тільки пару томів ти мені подарував, всі інші я купував за свої. Я підтримую е, вітчизняного письма письменника. Дякую. дякую, Яне. дякую за здоровий глуст, як завжди, за досвід і за те, що ти по-письменницьки можеш деякі речі. Подать э, просто, понятно э, и э, по-людски. По-людски. Ну, я надеюсь. Останемся людьми в любой ситуации. Это, это очень важно. Да. У тебя Якраз про це всі книжки. Да. Сюжети різні, а це в кожній книжці. Дякую, Яна. Дякую, Дякую вам, шановні, що були з нами. Ян постійно тролив мене, що вона сказав. Це правда. Я, правда, не знаю, скільки нас дивиться в ефірі. Ну, слухайте, те, що говорить Валєта, ну варто послухати, тому. Скажіть своїм друзям, щоб послухали. Підписуйтесь, підписуйтесь на валятори, підписуйтесь на меморандуму. Це як в тому анекдоті, гірше від того не Да, Точно це поможе, ну, в крайній мірі не повредить. Дякую. Побачимось. Образ ведучого від магазину чоловічого одягу від Іван. Стиль, якість, вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу. Відіван це вбрання для справжніх чоловіків: від кежуал до класики, від спортшику до елегантності, приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль, обирайте відіван.